Подписчик наконец-то объяснил, почему в России плохие дороги. Сейчас вам покажу, в городе Новосибирске кладут самый умный и патриотичный асфальт, который разлагается, и только русские частицы такие патриотичные, скрепные, они остаются, а зарубежные части асфальта, которые нежелательные в России, они сами уходят из России. И получается вот такие вот дыры на новом асфальте. Это происходит каждый день, каждый год. Асфальт, природа, русская матушка очищается от вот этого вот всего, что не русское. Вот здесь, видите, здесь уже очистилось, здесь все зарубежное ушло, нету. Все нескрепное. А там еще борется матушка земля. Матушка земля, кстати, не только с асфальтом борется, она и разметку еще заморскую отторгает. Не по-божески это все, не по-христиански.